Преступление, вот эта фраза, ну реально, да? А эта фраза ничего не говорит. Матерное слово, это мы вымысливаем, его лично, да? А то, что он возьмет на вас, это объективная реальность. Это фан. Вы же сами посмотрите. Так вы же будете делать. Вы же увидели. Почему решили, что Порошенко это президент? Вы же увидели. Вы же возбудили дело. На основе ничего. Нет, основания. Что имена наклеивают. Есть еще показания свидетелей, которые также убили. Это уже свидетели. Это брехуны. Понимаете, есть уголовный кодекс. В уголовном кодексе описаны преступления. Описаны. То есть, что понимать оскорблением, что понимать воровством, что понимать убийством. Там все описано. Там нет этого, что какое-то слово с буквами, вы понимаете, что это слово является оскорбительным для президента. А президент так считает? Скажите, пожалуйста, приходит ко мне человек, говорит, я гражданин Украины, я прочитал фразу оскорбительную, я ж не могу его заставить думать по-другому. Не надо. Вы когда ко мне приходите, вы принимаете его заявление. Я же вас слушал, можно я запрошу? Человек приходит и мне говорит, это унижает мое честь и достоинство, потому что я под этим словом подразумеваю это. Приходит через 5 минут другой человек, говорит, я... А я считаю, что комплимент. Придет человек, скажет, я комплимент считаю. Что вы будете делать? Понимаете, из них кто не пришел. Послушайте. Нет, я считаю, есть уголовный кодекс. В уголовном кодексе описаны все. Там нужно.